Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Крымский маршрут» и ее ведущий Владимир Илларионов. В этом году зима долго не хотела покидать Крымский полуостров. Но, наконец-то, в середине мая весна вступила в свои права и окутала весь полуостров туманом. Наша съемочная группа сегодня вместе с группой моржей, морские котики, и ее руководитель Малая Гробовинка отправилась в район Алушты. Мы хотим посетить водопады Южнобережья. Посмотрим, что из этого выйдет. А сейчас мы уже почти в Алуште. И вот первая цель нашего сегодняшнего путешествия – храм святителя Николая. Храм-маяк. Он стоит практически на берегу моря, но имеет высоту 65 метров. Если пересчитать, это почти 22 этажа жилого дома. Храм построен совершенно недавно. Первый камень был заложен в 2004 году. Храм имеет фонарь на самом верху, который может выполнять функции маяка, хотя и в реестр маяков Крыма, в Лоцию Черного моря, он пока не внесен. Здесь всегда многолюдно и зимой, и летом, и даже весной. Но сегодня мы приехали очень рано, и поэтому мы пока здесь единственные посетители. На территории храма святителя Николая есть несколько очень интересных экспонатов. Собственно говоря, это уже музей под открытым небом. Вот галерный адмиралтейский якорь, который специалисты датируют серединой 18 века. Здесь различные якоря разных эпох, разных народов и разных судов и кораблей. Территория храма невелика, она сильно террасирована, и террасы уходят вниз к морю. Здесь, возле самого храма, есть достаточно такие необычные экземпляры якорей. Это все экспозиция музея под открытым небом. Здесь якоря середины 20 века. Ближе к полудню туман над морем рассеялся, тучи разошлись, и даже солнце успело окрасить зелень окрестных гор. Действительно чувствуется, что весна уже вступила в свои права. Концепция строительства этого храма вполне допускала здесь создание здесь каменных или гранитных, или даже мраморных мозаичных ступеней. Однако архитекторы решили вопрос очень своеобразно. Лестница напоминает палубу корабля. Дерево создает такое впечатление, эффект присутствия на корабле. Территория храма обильно украшена вечно-зелеными растениями. Вот кедр атласский. И барбарис. Барбарис, кстати, сейчас уже цветет. Так что здесь можно встретить и цветы, и прошлогодние ягоды. Есть в Севастополе группа спортсменов, любителей зимнего плавания, морские котики. Группа известна далеко за пределами Севастополя не только своей любовью к зимним купаниям в море, но и регулярными путешествиями по территории всего Крыма. Сегодня мы с ними отправляемся в район Зеленогорья. Наша цель – горные водопады и горные озера. Ну а первый привал мы сделали в Рыбачьем, на берегу моря.
обещанный гидом-экскурсоводом 10-километровый праздничный переезд до места назначения обернулся 60 километрами головокружительных взлетов и спусков то на вершину гор и хребтов, то спуском практически к самому морю. И вот мы, наконец, в 12 часов на месте. Вот здесь получается, что 6 часов уже люди в пути, поэтому трапеза была очень уместная. А дальше нам предстоит переход к водопадам. Мы находимся сейчас в Зеленогорье. Это удивительное место, ну, место силы. Давно мечтали здесь побывать. Наконец-то собрались всей командой, выехали. Я думаю, что мы получим все здесь удовольствие. Маршрут будет не очень сложный, он будет средней сложности. Некоторые места будут все-таки более-менее, ну как бы опасные, если можно так сказать. Мы будем идти по каньону, будут водопады, будет вода, может быть, будет скользко. Поэтому, конечно же, я всех подготовлю, чтобы соблюдали технику безопасности, не спешили. Вот, и будем подниматься по каньончику, видим новые водопады, купили, надеюсь, что мы успеем покупаться в них. Вот, ну, все помолодеем, купаюсь в холодной воде. Горный ручей, громко именуемый рекой, извивается среди глиняных откосов вот этого огромного оврага, извилисто спускаясь вниз. Временами ручей вымывает хаотические нагромождения кусков скалы, а среди них попадаются вполне реально обтесанные квадры. Вот такая загадка природы. Уже через 15 минут наша группа вошла в зону тумана и моросящего дождя. Раскисшая от этой влаги почва стала очень скользкой, но группа уверенно продолжала путь и подошла к водопаду. Здесь восторгом не было предела. А выше водопада речка также продолжала по глиняному каньону свой бег с вершины. При желании турист мог подняться даже на вершину горы, откуда и начинался этот горный ручей. Хороший водопад, все так в тумане, мне очень понравилось. Вода так интересно падает, горы складываются в причудливую сланцевую форму и не спадают вниз. В общем, восхождение доставило мне только одну радость. Так же, я думаю, как всем окружающим. Настроение великолепное, жизнь продолжается, радостно на душе, хорошо. Все классно, очень красивый водопад, красивая природа. Самое главное, что в нашем походе уже участвуют семьи, мужья ходят и дети ходят. Это самое главное. Впечатление прекрасное. Погода туман, но
Вода всегда повышает настроение. Мой знак – вода, водная стихия, поэтому я люблю эту погоду. Ну и хорошую, тоже солнечную. Просто супер! Туман, брызги, красота и прямо очень вкусно. Приседаем. Я хочу, чтобы все женщины, которые на пенсии, ходили в такие прекрасные походы. Это, конечно, красота. Классно, отлично, великолепно, красотища. Воздух здоровый, кислород шикарный. Да. Плохо скрываю моей радостью, но впечатление. Посмотрите, я столько мечтаю с Илларионовым сходить в поход, но мечты сбываются. Классно. Пришла на водопад, а тут на тебе, Илларионов, это так туман. Приятно вообще. Вообще отлично, такое место замечательное. Первый раз сюда приехал и просто доволен всем. Очень понравилось, все было хорошо. Только погода подкачала немножко. Вот оно, счастье, искать или не надо. Оно здесь. Чувствую себя лет на 20 моложе. Так теперь за руль нельзя? А мы нет, нормально. Но у меня еще... А ну да, если настолько меньше кажусь. Ой, вода чудо, помолодели. Ну почти как эти маленькие дети. Когда на Большом каньоне сказали, в бане молодости, там женщина покупалась, и потом дитё стало. Ну мы почти как дети, девочки. 18-летние. И мы себе найдем вторую половину. Вот, казалось, совсем недавно вся мировая общественность, ну, полтора года назад, сокрушалась, что обрушился водопад «Серебряные струи» возле Большого каньона Крыма. Теперь наступила очередь на этом водопаде. В нижней части обрушение огромного скального массива. Слава богу, никто не пострадал. Особых землетрясений не было, значит, это все работа воды, холода, снега, льда, ветра. То есть природа живет своей жизнью. Своей жизнью живут и водопады. Цель нашего сегодняшнего путешествия совместно с морскими котиками достигнута. Мы побывали и на водопаде, и на горном озере. Сейчас мы возвращаемся по крутой горной дороге с ее взлетами и спусками к морю. И очередной привал у нас
селе Рыбачьем на берегу моря, прямо на пляже. Но на этом очередной выпуск программы «Крымский маршрут» завершен. Всего вам доброго. С вами был Владимир Илларионов.